хочу, во-первых, пожелать всем моим братьям, всем армянам мира, победы и счастливых, мирных лет, долгих жизней. Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени. Հայաստանը ու հայ ժողովուրդը ապրում են չափազանց դժվար օրեր։ Ну ничего страшного, главное, чтобы наши ребята знали, кто с нами не был, кто с нами не стоял, их не место вы стоите. Это наше. По нашим данным, с обеих сторон более 2000 погибших уже. С одной стороны и с другой. Подожди. Терпи. Все. Не волнуйся. Այս պահին կդժվարանամ ասել, թե ինչ եղավ այս տարածքում. Не сомневаюсь с этим решением. Это предательство. Он может сейчас свою эту подпись назад вперед и все остальное продолжать. Я надеюсь, вы все слышите эти выстрелы. Ребята, я хочу вам сообщить, что я сейчас нахожусь под Шуши. Наши бойцы, наша армия находится в Шуши. И у всех, кто сейчас терпит траур и переживает, сеет панику, это ни к чему. Оставьте, выключите свои телефоны и успокойтесь. Все, кто уехали, находятся сейчас в этом трауре, а все, кто остались, останутся до конца. Пожалуйста, остановите этот хаос и этот бред. Чушь и бред, пустую трату времени. Мы здесь, все хорошо, все будет хорошо. Спасибо.